Ты что, с ума сошла? Что ты будешь делать в Греции? Что там папа делает, то и я буду. Он говорит, что вернет его. Зачем ты едешь? Я не могу ему доверять. Дай посмотреть. Нет. Детей оставляй на тебя. Хорошо? Сестра, беги. В чем дело? Мы что, поедем на этом? Да. Когда будет граница, будешь в багаже. Как вы поедете на этом, сестра? Как отвез папу? Вот так вот. У этой машины нет багажа? Нет. Это похоже на колонки, но это скрытый багаж. Где взял машину, брат? Правда? Кто знает, что ты везешь в ней? Это опасное дело. Ты останешься, а я поеду. Пока есть я, ты не поедешь. Сестра, я поеду с вами. У вас есть уроки? Школа. Ну какая еще школа? Выходи из машины. Давай, выходи. Мы привозим папу, а вы присматриваете за детьми, понятно? Давайте. Брат, Фелис, доверяем тебе. Не переживайте, я привезу их в здравии и сохранности. Слушайте меня, берегите себя, ладно? Ты тоже. Пока. Звоните мне. Давайте. Будешь воду пить? Если голодна, и кекс есть. Фелис, ты не будешь говорить? Ну ладно. Прошу прощения, ладно? Извини. Я думал, ты будешь счастлива, если останешься без него. Фелис, ты не будешь говорить? Давай поедем дальше, а? Ладно. Раз так, тогда я буду говорить. Ладно, я все испортил, согласен. Я хотела сделать лучше, а вышло хуже. Влез в не свои дела. Но я просто думал о тебе. Я не хотел, чтобы ты расстраивалась. Пойми уже, я не выдержу. Ты все несешь на своих плечах. Груз всей семьи. Ты замолчишь, а? А ты заговоришь? В чем дело? Что произошло? Не знаю. Машина не принимает бензин. И что это? Да ладно. В чем дело? Сломался датчик топлива. Мы остались без бензина. Боже мой. Черт побери.
Спокойно, проблем нет. Ты побудешь тут, я найду заправку и куплю бензин. Так нельзя, я тоже пойду. Ты не можешь меня бросить. Филлис, ты преувеличиваешь. Я тоже пойду. Куда ты пойдешь? На заправку. Мы пошли, ладно. Стой, подожди. Я забыл телефон. Мы же ищем заправку. Чем делать тайный отсек, лучше бы бензину залил. Не занимайся моей семьей. Не оставлял бы моего отца в Греции. Теперь мы остались на дороге. Отвечай же. Филлис, ты злишься, чтобы я не говорил. Где заправка? Где заправка? Впереди немножко осталось. Где впереди? Тут показывает, мало осталось. Сколько мало? Через 4 километра. 4? Что? Браво, браво. Идти 4 и обратно 4, получается 8. Как хорошо. Ну да, гуляем. 8 километров, будем гулять. Вы можете подписаться на наш канал, чтобы смотреть больше видео, включить уведомления, чтобы смотреть первыми.